Хочу представить вашему вниманию розыгрыш на катушку Supercast. Довольно-таки хорошая катушка для леща. Это вообще имба, ну и не только для леща. Вот она, нетронутая, прям вот только с завода в масле. Что нужно сделать? А все очень просто довольно-таки. Давайте приблизим чуть-чуть браузер. И есть у нас 4 основных пункта. Первое — это быть подписанным на мой YouTube канал. Обязательно прожать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Комментарии под именно постом в ВК. Написать свой никнейм, чтобы мне проще было выдать приз именно тебе. И четвертое, обязательно нужно быть подписчиком группы ВКонтакте. Вот всего таких 4 простых пункта, и ты можешь получить довольно-таки хорошую катушку. Тем более, если ты новичок, то для тебя эта катушка просто, ну, имба. Так что вот. Как только будет 2000 подписчиков, сразу же в этот же день я делаю розыгрыш на эту катушку. Успей. Возможно, именно ты станешь победителем. Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. С вами снова Влад Эльзан. И сегодня у нас старая строка. Не сказать то, что давно не было. Но точка на леща изменилась. Я вроде бы эту и не снимал. Пока стою 5 минут, но пока щука есть. На треху вроде одна была, да, остальные такие. Ну, зачетных 4. 21.67 получается. Сейчас покажу приманку. Скорость, ну, у меня 50-я. На шифте один промот с паузы, чтобы был твичинг. Кидать вот в эту тряску. Ну, пушок какой-то взяла. Нет, щучка маленькая. Вот по координатам это C2 получается. Мостик перешли. И вот так по краешку сюда пришли. По приманке это Blast X Crank F6002. Поводок у меня стоит, возможно, большой, на целых 45 килограмм. Ну, под палку я так поставил, чтобы если клюнет трофный, просто ее в клине сразу выдернуть и не мучиться с ней. Вот, бросаю вот так. Но у меня далеко не летит, конечно, можно подсобрать другую снасть, но не хочу. Хочу пока так вот, по-дебильному. Я мог бы и до конца рязки кидать, но может потом я просто поближе чуть перейду и буду до конца рязки докидывать. Вот палочку опускаю, твичинг у меня проходит с паузами. И ждем поклевки. Что-то не хочет пока клевать, но... Ну, еще только утро. А, ну вот что-то есть. Окушок. Попробую, может быть, вот так вот покидать. Уже другая лока. Он тут вот вроде чуть подальше летит. Посмотрим, отстаю день... Надеюсь, будет что-нибудь крупное. Отстоял я полчаса. Не сказать то, что хорошо. Была самая большая на пятеру. Вот. 4, 2 потрешки. Окуни. Ну, такое себе. Сейчас в ночь, думаю, постоять на угря. И можно будет пойти с 2, 3, 4, 5, 6. Ну, нет, наоборот, по массе. Раз, два. Ночь встану сейчас на угря. Попробую. Может быть и будет. А может быть и нет, но все-таки попытаюсь. И потом пойду в сонную лощину. Получается 140, 150, 156. И тут мы продадим монет, наверное, на 50, на 80. Все. Так. 240 монет вышло за полчаса. Ну, это нормально. Кафе выручило. Вот, может, пару угрей залетит. Пойду туда, где палатка получается. 31. 62 вроде или нет, не знаю, сейчас точно прибегу и посмотрим, какая там точка, уже не помню. Пришел я, получается, на точку. Первая поклевка. И это, кто это? Окунь, что ли? Окунь на киложку, да. А, окунь, получается, клипса 8, крючок средний 6, выползок. Я сделал 3 снасти, чисто ради проверки. 9 числа был пост, 6 клипса. Сборка была средняя 6, кусочки рыбы. Тут закрыли трофного. Получается, угря. Вот, парень закрыл. Ну, попробую я разное. Тут, получается, на 6 мясо, тут выползок на 8. И тут что-то расслабилась леска. Тут живцовая. Я не знаю, куда там этот живец плавает, он пухлый и дохлый. Ну что-то он там делает. Вот. Ну, на пухлого живца можно закрыть угря вполне себе. Он любит такое что-то вонючее. Попробую постоять ночь, может быть, что-нибудь да и получится поймать. Проверим.
Начался дождь, постоял я когда-то очень давно, 2 часа 22 минуты назад, на, получается, угря. Угря не было, было два окуня. И получается... А, нет, вру. Был, короче, вот этот окунь, была плотва. Плотву я посушил, вот этот кушок на килограмм остался. Это я пришел сюда, а, получается, вот эти вот раз, два, три, четыре, пять рыб, после того, как я сменил крючки. Смотрите, какие крючки я поставил. Большой 2, других у меня не было. Ну и ладно, эти себя тоже показали хорошо. Берсерк Хукс, Рейдж, Требл, С2. Большой 2 размер. Вот их характеристика, тройнички. Вот, сразу просто залетели две щучки. На семеру залетело и на 8400. На семеру залетело, получается, отсюда. Я стоял и делал вот так вот пробросы. Сюда. Потом сделал сюда и поймал хороший такой зацеп. Вот с минуту я его дергал. И я перешел обратно сюда, и тут уже в ряске прям, ну где-то вот тут буквально взяла на вот 8 с половой. Сейчас еще попробую чуть постоять, но точка однозначно рабочая, и трофа тут закрыть более чем реально, мне кажется. Потому что хорошие экземпляры попадаются. Постоял я там немножечко, ну, что-то было мелкое, после крупняка ничего не было. Вот. Дождь, пока потом ветер поднимался, успокаивался. Сейчас я пришел, получается, есть такая точка с ворот. Выходите. И сюда налево. Тут бревнышко. О, что-то он уже клюнуло. Пока я рассматривал. Тут тоже щука есть. Вот с ворот. Тут такое бревнышко, на него встали. И вот фигачите на тот берег. Прицеливаться можете либо на вот эту ряску, либо на корягу. Тут вот тоже есть щука. Так что вот, приходите, закрывайте трофов, пользуйтесь точками, можно и просто пофармить без трофов. Всем ни хвоста, ни чешуи.